Здорово, друзья, это Ник 86. Ну что, ребята, давайте отвлекемся от всемирной напряженной обстановки и посмотрим мой позитивный канал. В общем, ребята, заказал я ништяки на Весту и, возможно, на 11-ю. Не знаю пока. В общем, давайте посмотрим мои ништяки. Так, первые ништяки. Батончики, ребята. В общем, такая интересная штука. В общем, это вставляется в фиксатор ремня, а это в промежуток между сиденьем и торпедой. Более детально посмотрим. В общем, кожзам. Кожзам черный. Так, дальше. Уплотнитель капота. Все это я заказал в Вестошопе, ребята. Посмотрим позже. Потом уплотнитель дверей на две стороны, да. Есть. Вот сюда вот. Есть. Он пористый, кстати. Так, потом что? Сабля. Отбиваться мне. Смотрите, какая нагайка. О! В общем, хром. Посмотрим, подходит мне или нет. Это на заднюю крышку багажника. Так, дальше. Дальше идет накладки порогов. Так, они люксовые. Должна быть гравировка лазерная. Веста. Так, надо печку включить. Так. Здесь есть обезжириватель в комплектации. Так, вот они, накладочки. Да, лазерная гравировка Веста. И скотч интересный, желтый. Так, это вроде нержавейка. Ну, посмотрим. Так. Да, нержавеющая сталь. Это пороги. Я на все машины леплю пороги. Абсолютно на все. Нравятся они мне. И... Так... Накладка. Сейчас покажу. На бампер. Тоже с гравировкой должно быть. Да. Да. Тоже. Гравировка Веста. Здесь уже скотч 3М. Угу. И 3М, кстати, обезжириватель. Но он как и праймер и обезжириватель. Так. Это все на седанчик. Что-то там еще лежит. Сейчас посмотрим. Так, это универсальный уплотнитель. Объясню потом, почему, куда и что. Он просто вставляется в стекло, либо в пластик, вот так. Так, его сюда. А это уплотнитель лобового стекла, получается, да. Да, ребята, потом объясню, что и как, почему и куда. Ну и... Так, накладочка, накладочка. Я ее люблю. На открытие капота. Интересная такая штучка, красивая. Активатор Агдезии. Подороже взял. Так, сейчас все вблизи покажу. Эх, тут я маленько все раскидал. Сейчас давайте посмотрим поближе. Сначала накладочки. Вот они. Четенько, интересненько. Так, потом накладочка еще одна. Вот так она будет выглядеть. Опа. Вообще супер. Так, надо саблю найти. Сабли, конечно, здоровые. Ё-моё. Я думал, она не такая большая. Смотрите, она вот. Так, получается, вот так вот. Вот сюда крепится. Но давайте, пишите, колхоз. Посмотрим, как пойдет. Что интересно, вот это гибкое очень. На пластик похоже. Так. Дальше. Ну, уплотнители. Мне понравился этот уплотнитель. Встает он вот так. Очень даже ничего. И здесь он не натирает.
он тоже пористый. Также уплотнители вот сюда. Китайский мой уже сдыхает, но этот еще нормально держится. А тот уже все. В общем, выглядеть маленько будет по-другому. Чисто под этот кузов сделали. Вот так вот. Ну, в принципе, все. Сейчас я вот этот вот хочу сюда поставить. Итак, ребята, берем колотушечку. И нужно нам попробовать засандалить вот сюда. Да, чтобы закрыть этот проем. Ну так, вот так все получается. В общем, вещь интересная. Да, ничего падать не будет, но вот это мне нравится больше. Здесь и функционал, и просто, ну, нравится мне и все. Но это тоже норм. Надо отцу 11 поставить. И кто сейчас скажет то, что не нужно ставить сюда никакие уплотнители? Нет, ребята, смотрите. Вот такая дичь творится. Все пропускает и здесь, и здесь. Ну что, ребята, на этом все. Все ссылочки в описании. Скоро будем все устанавливать. В общем, переходите по ссылочкам и смотрите промокод NIK86, чтобы вам была скидочка.